Здравствуйте. Обращаюсь к всем слушателям, будущим, нынешним данного семинара и тех, кто не слушал этот семинар. Только что я посетила этот семинар, пообщалась, познакомилась с многими людьми. Я не совсем отношусь к области типографии, но данный семинар дал мне возможность построить в голове, на бумаге и в будущем построить этап работы на моей организации очень грамотно. То есть многое я услышала нового, интересного. Я поняла, как общаться с клиентами. Я поняла, как подготовить свой персонал для общения с клиентами. Все изначально идет от руководителя, как он может своих работников подготовить к общению с клиентом. Я это знаю точно и на 100%. Мы можем налево или направо?